Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Дегустация личности», авторская программа Александра Винника. Сегодня у меня в гостях Тамара Михайловна Глоба, очевидно, самый известный женщина-астролог. Для меня это большая честь и удовольствие. Здравствуйте, дорогая Тамара Михайловна. Здравствуйте, Александр. Спасибо, что вы нашли возможность прийти ко мне в программу. Если вы позволите, то я начну я обязательно хотел бы поговорить с вами о вас, потому что познакомившись с вами косвенно, я готовился к программе, я посмотрел все, что я мог найти относительно ваших интервью, я почитал все, что я смог найти, и так как у нас не просто интервью, интервью и в журналистском деле не принято, скажем, хвалить или как-то пиететно, но вы произвели на меня очень сильное, я не скрою, впечатление. И я хотел бы, конечно, поговорить о э, вас, но сделать это чуть позже. Э, начать мне хотелось бы с моей личной истории. Это произошло достаточно давно, мне было 12 лет. Я занимался верховой ездой, и родители на лето отправляли меня в деревню. В деревне у меня была лошадь, за которой я ухаживал. И я ездил верхом. И что значит ухаживать? Нужно было кормить, нужно было мыть, нужно было чистить. Рядом была река. И однажды э, так случилось, что ночью я выкупал своего коня, оставил и лег на траву, и первый раз я поднял свои глаза к небу. И я, наверное, при последнем своем дыхании не смогу забыть этого пронзительного чувства новизны, потому что я смотрел и не мог от неба оторваться. Разумеется, в 12 лет человек имеет общее представление о том, из чего состоят планеты, что Солнечная система центром своим имеет Солнце и так далее, и так далее, и так далее. Какие-то общие представления, конечно, у меня были. Но вы знаете, в свои 12 лет я подумал, что может быть 100 или 200 тысяч лет тому назад. Какой-то молодой парень также лежал в степи, смотрел на небо, и генерально, общее, его знания о Вселенной ничем не отличались от моих. Потому что так же, как и он наверняка, и я не мог ответить на вопрос, или по крайней мере даже вместить сам этот вопрос, о том, что Вселенная бесконечна. Я лежал и думал, как это бесконечно? Ну как? Как бесконечно? Ведь привыкли жить в мирном пространстве, есть... Закат, и есть рассвет, есть рождение, есть смерть, есть эталонный метр, начало часа, секунды и так далее, и так далее. Понятно, что это было рассуждение мальчишки. Но сейчас мне 45 лет, и я до сих пор задаю себе вопрос, а как, а что происходит? Как этот мир, эта бесконечность влияет на нас в целом и на каждого из нас? И если возможно, как для маленького мальчика или для юноши в, в каком-то коротком временном промежутке, объясните, как это происходит, как звезды определяют нашу судьбу? Ну, объяснить это, конечно, очень трудно, но меня ваша история впечатлила сильно, потому что, вы знаете, наверное, именно дети делают великие открытия, вот, потому что... Я сейчас, вот вы говорили об этом о своих 12 годах, я сразу вспомнила, что вы родились в год тигра, а это положение Юпитера в рыбах, и сейчас как раз у вас Нептун связан с рыбами. Это значит, что мистика или тайна жизни, или что-то связанное с познанием их всегда привлекала вас? Вот. Плюс ко всему вы родились под знаком рак. А это люди, у которых, например, главная ведущая звезда – это звезда Сириус. она как раз является альфой большого пса. И вот эти пёси дни, все, что вокруг нее происходит, это как раз скрытые семена всего сущего во Вселенной. Вот. И много показателей у вас есть таких, которые не случайно вас привели к этой идее и заставили думать о мироздании, потому что, наверное, водные знаки очень часто углубляются внутрь себя и задумываются о каких-то законах космоса. Но вот именно дети, они часто делают невероятные открытия. Я, это, я об этом вспомнила именно, когда вы сказали, что вот вам было всего 12 лет. Вам было именно столько, когда Юпитер возвращается на свое место, звезда королей. И он а, не только определяет путь человека, но он определяет его мировоззрение, он определяет его взгляды на мир и, в общем-то, его положение и в мире богов, и в мире людей. Михайловна, но дети, отвечайте. вот да, я, я просто хотела сказать, да. что дети, например, открыли Аркаин. А ведь Тогда. это и есть обсерватория, древнейшая, одна из древнейших обсерваторий. Как влияет? Ну, вот то, что вы говорили, я уверена, что и 100 тысяч лет назад, и много-много тысяч лет назад всегда находился человек, который, вот как вы, он задумался о том, что вот есть временной отрезок, да, он хотя бы уже в том, что сменяются времена года, сменяется день и ночь, да, всходит одно светило, потом появляется другое. Не всегда оно видно, луна, да? И, в общем-то, рисунок неба, там, где я, например, живу, да, вот как человек, он приблизительно один и тот же. Он периодически меняется, но приблизительно он один и тот же, в зависимости от времени года. И поэтому это мужская профессия астрология. Мужчины наблюдали за небом. А для того, чтобы наблюдать за небом, нужно невероятное терпение, большая усидчивость, не нужно спать ночью, <с> вот. и конечно ты в это время понимаешь, какие неожиданные события происходят и ты уже отслеживаешь правильно, цикла. то есть как в любой естественной науке да. применяется метод было замечено, эмпирический, наблюдали и соотносили. Да. Я правильно понимаю? Да. То есть было некое положение Совершенно небесных светил, верно. и обращали внимание, что происходило в это да. время, или с какими особенными свойствами, талантами рождались люди. Я правильно понимаю? Да. Хорошо, тогда у меня вопрос следующий: генерально, астрология, я бы, конечно, хотел говорить об этом бесконечно долго, потому что есть вещи, которые в ткань человеческой эволюции вплетены так естественно, что трудно найти период человеческой истории, когда бы астрология не была частью человеческого опыта. И скажем, совершенно очевидно любому читающему человеку, что весь исторический период, а понятно, что такое исторический период. Исторический период – это когда люди смогли записывать что-то. Да. А он, собственно, непродолжительный. Есть да. это исключительное, э, сказать, метафорический такой образ, когда вся история человеческой цивилизации представлена в виде циферблата. И говорят, представьте, что стрелочка находится… И в, в таком месте, где показывают, скажем, 11 часов 57 минут, то есть три минуты до полдня, mm -hmm. по, до пол, полудня. Дня, да. И вот эти только три минуты – это есть исторический период, о котором мы, собственно, что-то можем узнать из Илиады Гомера, из э, пятикнижия Моисеева, из шумерских, вавилонских каких-то сказать, литературных источников. И поэтому я хочу спросить. Вот все то, что делали люди, наблюдая, сопоставляя, они сталкивались с физикой или с мистикой? Я думаю, что часто мистикой называли то, что трудно объяснить. Но на самом деле и мистика присутствует в физике. Ведь даже то, что мы появляемся в этом мире, это чудо, правда? Вот как душа притягивается в физическое тело. До сих пор никто этого не понимает, этого механизма. Это можно, так сказать, сказать грубо, да, что там родители соединились, и появился зародыш да, один из миллиардов, миллионов, который мог дать себе жизнь и появиться в этом мире. Но тем не менее, вот именно ведь душа притягивается, правда? И женщины очень часто видят своего ребенка до того, как он появился в этом мире, даже до того, как он зародился, каким он будет. Ведь это же мистика для нас, правда? Да, смеется, вот. да, да. Мы видим будущее, потому что э, мы думаем о нем, и вдруг нам открывается это во снах, правда? Или вдруг это открывается нам в каких-то знаках? или благодаря тому, что мы знаем циклоастрологические, астрологические, как они работают на судьбу человека в приложении к его натальной карте рождения и благодаря небесной динамике. Вот. И таким образом, да, есть предопределенность, ее много, но в наше время есть и очень много свободы. Вот. <свободу> Понятно, что все монотеистические религии, ну, мы их знаем, это христианство, иудаизм, скажем, ислам, они основаны на таком философском представлении о мире, которое называется индетерминизм. Это такое учение, которое предполагает за человеком свободную реализацию. Если говорить о христианском миропонимании, то человек сотворен по образу и подобию Божьей. То с одной стороны он имеет некую данность, и с другой стороны в него заложена потенция к сказать, развитию, к изменению внутреннего человека. И вот как я человек, который родился в конкретный день, в конкретном месте от конкретных родителей, значит, в логике астрологической я родился с определенной предрасположенностью и предопределенностью. То есть, в принципе, генерально некой космической силой, неким космическим разумом есть предопределенный план о моей судьбе или, или как-то по-другому? Да, безусловно. У каждого человека, я думаю, практически у каждого, есть свой путь. Но есть люди, которые идут по этому пути, и он неизбежен. А есть люди, которые не идут по этому пути, и они теряют свои возможности. Вот, я думаю, что, наверное, это главное, что мы должны выполнить здесь, вот как эволюция души, потому что душа, она ведь вечна, и она просто одевается в разных пространствах, в разную одежду. Вот. Но здесь, на Земле, мы вот такие, и мы выполняем свою функцию. Можно ли я уточню, можно ли предположить, что из сказанного можно сделать вывод, что вот эта благая воля этого абсолютного разума для нас предусматривает судьбу оптимальную, лучшую, совершенную. Что мы можем выдержать. И наша задача, или наша миссия, или наше призвание услышать, понять, прочесть, исследовать. Если мы отклоняемся, значит, все, чего бы мы не достигли, все равно будет менее совершенно, менее возвышенно, менее полноценно, потому что мы не следовали этой Знаете, логике. Я думаю, что все-таки это не шуры, поскольку у сущности, которая приходит, у нее есть необходимость развиться. Вот, то она должна использовать... Ведь э, начнем с того, это то, чему я учу на первом курсе да, своих учеников. Они приходят часто, и они говорят, вот мы там здесь прочитали, там нахватались, еще что-то такое. Но самого главного, они не понимают, что есть некая система. И в этой системе, когда они вдруг заглядывают в себя на первом же курсе, они понимают свои плюсы и минусы. И они смотрят на себя другими глазами и на своих родственников. Потому что вы приходите с определенным потенциалом. Вот, например, есть счастливые показатели в гороскопе. У человека сразу, предположим, вот да, как у вас там Юпитер а, находится в рыбах, и вы а, в, в этом плане человек успешный. То есть я Вам долж, должен дается. сказать, я чувствую величие. Вам идет навстречу, вы, да, вы чувствуете его, это правда. Вы чувствуете космос, это чистая правда, вы чувствуете космос, и вы расширяете свои взгляды. Но есть люди, которые, у которых Юпитер находится в другом положении, и им по жизни приходится себя доказывать всю жизнь. То есть часто бывает так, что их жизнь это как урок. Вот, и а, буквально им приходится ежедневно доказывать, что они чего-то стоят. Понимаете, у кого-то планета возвышена, у кого-то они в падении. И часто люди идут не благодаря, а, а вопреки данным. То есть... Есть люди, которым да. легко что-то делать, быть военным, например. Ему легко он идет по этому пути. А есть человек, у которого, например, Марс плохой, ему тяжело себя преодолевать. И он старается изо всех сил преодолеть эти свои качества, вырасти над собой. Там Михайловна, я только лишь уточняю, для того, чтобы самому понять. Это ведь вовсе не означает, что все мы пришли в этот мир. С разными возможностями. Мы пришли разные, и у каждого свое призвание. И в этом смысле все-таки возможности одинаковые. Нельзя сказать, что вот этот ущерб, ну, ущербный, потому что он родился при, при таком движении этих звезд. Да. Тогда у меня другой вопрос. Да. А, если предполагать, что небесные светила движутся по чьей-то воле, по чьей-то воле, то очевидно, мы рождаемся вот в данном месте и в данное время тоже вследствие этой воли. То есть воля первична, воля некого разума, если опять же христианское мировоззрение воля Бога, логоса, чего угодно, как бы это ни назвала, благой благо. или не очень благой, но некой силы, которая определяет. Имеет потенцию определить движение во Вселенной. Так вот, все-таки первична воля. И тогда планеты или звезды, они носят, ну, такую служебную функцию. По сути, они не определяют, а они свидетельствуют. Они как бы являются такими э, текстами на небе, которые как бы говорят нам, что вот так реализована воля Бога. Вот для меня это важно. Они определяют или определяет нечто, которое выше, и выстраивает так звезды, чтобы Александр Винник был вот таким умным, великим, достойным, совершенным и так далее. Например. Знаете, я думаю, что, конечно, у каждого творения есть начало и конец, безусловно. Большое оно или маленькое, вот, муравей, который сыграет какую-то роль э, во Вселенной, да, или большой человек, или большая вселенная. Вот. Но все это имеет какое-то свое начало и конец. И, пожалуй, суть творения заключается в каком-то в каком-то принципе движения. В вот. принципе движения вечной жизни. Вот так я бы сказала которая не просто, вот если бы это было, была просто животная жизнь, правильно, да? То зачем Богу человек, вот если говорить вот так вот уже напрямую, да? Зачем Богу человек? Можно было бы творению остановиться на животных, если дело только в жизни на Земле. Есть ответ на этот вопрос, есть. А вот если э, есть какое-то высшее сознание, от чего душа, которая является вот этим высшим творением, да, вот напрямую, ведь каждый из нас является этим Богом, этим Творцом. Да, но вот скажем, монотеистический. В каждом, да, да. на мой взгляд, существует этот свой мир, который он и делает. И проекцией которого он является. Но он уже свободен от того творения, которое он получил как движение. Вот. Вот так же, как наша Вселенная или наша Солнечная система. Да? Они работают все в одном ритме. Но у каждого есть свой. Вот. И если говорить о том, высший ли это разум, ну, наверное, когда-то, когда эта суть получила движение и жизнь, это было так. Вот. Изначально. Да. То есть вы знаете. Вы хотите сказать? что это творение, как и человек, после творения получает самостоятельную жизнь да. и самостоятельную функцию. И планетарная, и космическая, звездная система да. в этом смысле тоже живет в каком-то виде самостоятельно. Да. То есть это такое анимистическое представление о мире. То есть, я как бы, бы так бы... не сказала. Нет. Может быть, знаете, во многом, конечно, я являюсь каким-то язычником, как каждый из нас. Потому что все мы чувствуем душу всего сущего, правильно? Мы взаимодействуем даже с тем же вином или водой, или абсолютно со всем, что происходит вокруг. Потому что мы часть вот этого вот явления, где мы существуем. Но э, если затронуть, <затронуть>, затронуть ситуацию так глубоко, то все-таки, будучи самостоятельной единицей, понимаете, мы... По большому счету не можем уйти от общества, жить в диком лесу, и да? Ну, теоретически можем, но это маловероятно. Но это нам может быть и не надо. Вот. Да, Потому да. что, если взять тех же святых, например, да, возьмем, ну, я не знаю, Сергея Радонежского, да, человек боролся, по большому счету, со своими химирами, которые у него были внутри. И он хотел света духовного света правильно потому что он был львом и э, наступил момент когда в жизни ему все не просто надоело а он э, устал от всего что происходило вокруг люди все равно пошли за ним потому что он ему было предрасположено по судьбе стать известным да и даже если он уйдет в скид все равно за ним потащатся люди, простите за такое выражение. Все равно они будут его боготворить, они все равно будут его вот, преследовать, несмотря на то, что он хотел остаться в одиночестве. Это тоже предрасположенность: успех или неуспех, Забвение или э, скрытое движение. Вот. Кто-то может уйти в себя и жить своей жизнью, хороший или плохой. А кто, и, и это не воля уже, это не одобризли, это просто о возможностях. Вот. А кто-то, но если человек преодолеет все, что он может, когда растет над собой, тогда, конечно, это и становится более популярным, если он к этому стремится. Но если он не стремится, то не будет. А вот если ему уже дано. Все равно, вот как тому же Серафиму Саровскому, быть известным. И это очень сильное искушение слава. Правда? Вот. То, хочет он этого или нет, он и становится локомотивом для многих людей. И такова его карта. Вы сказали о том, что. Сейчас, и это для меня очень важно, я, вы сейчас говорили, я, конечно, внимательно вас слушал, но я все время к этой вашей фразе возвращался. Вы сказали о том, что, собственно, Богу человека, ну, собственно, и не было какой-то особой причины создавать. И я я сказала, с этим что соглашусь. Если бы речь шла только о животной жизни, без свободы воли и свободы да, выбора, да, потому да, что да, да. то, что есть у нас от высшего существа это именно свобода воли раз и свобода выбора два никто из животных растений этого не имеет да я э, знаю что вы мать и э, может быть согласитесь с тем что когда в нашей жизни появляется кто-то да. которого мы любим и это тоже можно говорить о этом чувстве бесконечно долго. Которые мы сотворили, наверное. Да-да, я сейчас говорю сначала. Я сначала говорю о браке, когда появляется супруг или супруга, которую мы любим такой мерой чувства, которое изливается, которое невозможно удержать внутри, и тогда естественно возникает чувство, которое, наверное, заложено природой. Богом, когда ты понимаешь, что должно появиться нечто третье, которое станет предметом, куда бы эта любовь изливалась. И я думаю, над, над вашими словами я, конечно, обратился к теологии, христианской теологии, и я не хотел бы об этом много сегодня говорить, но все же, чтобы подвести какой-то промежуточный итог, я хотел бы об этом сказать: что, конечно, Бог, в представлении монотеистическом, Он является вседовольным абсолютом. То есть ему для увеличения собственного блага, собственного довольства ничего не нужно. Но причина, по которой э, появляется мироздание и в частности, и в особенности человек, ну так э, теология рассуждает. Это, конечно, есть следствие изливающейся любви. Mm -hmm. Человек есть вот это, э, сказать, э, это творение, к которому и целью это творение является вот как раз это приложение божественной любви. Я выписал э, здесь цитатку одну. К сожалению, я скать, записываю себе. Э, я сказал о историческом периоде, но я хочу обратиться не к Гомеру и не к, э, к древнему Вавилону, а к более понятному и близкому тексту. Это Священное Писание Ветхого Завета. Две части. Собственно, пятикнижие Моисея. Ген... Моисея Тора, или как греки называли эту книгу Генезис, или, точнее, так сказать, происхождение, бытие происхождения, первой книги Пятикнижия Моисеева, о творении мира. Четвертый день творения, создаются звезды, и меня поражает этот текст, я считаю его очень важным. Можно читать его... Ну просто, создаются небесные светины для отделения тьмы от света, дня от ночи и так далее. Но есть очень важное слово, оно ключевое, для знамени, там так написано, для знамени. И потом я нашел цитату, и здесь я уже как бы выписал точно. Это книга Иова, 38 стих, глава 38. Мы знаем всю историю Ио, многострадального, это, скажем, и с литературной точки зрения, и с содержательной точки зрения, это вещь сильнейшая. И вот я выписал себе такую цитатку. Это монолог, обращение Бога к Иову в ответ на его, скажем, мысли, вопросы внутренние, почему так со мной происходит. И Бог обращается к Нему с такими словами. Там есть так сказать, текст длинный, я выбрал только 31-33 стихи. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисель? Можешь ли ты выводить созвездие в свои времена и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли ты установить господство Его? на земле. Мало кто знает из тех, кто читает этот текст, а кто такой или что такое Хим, что такое Кисель, что это и Плеяды, и Орион, и Большая Медведица. То есть, когда я, я, Александр Винни, читаю этот текст, и неважно, христианин я, мусульманин, агностик, атеист, вот я читаю этот текст, и я понимаю, что здесь говорится о том, что звезды и планеты создают прямо, без двоякого толкования, создаются для того, чтобы свидетельствовать о чем-то, свидетельствовать о чем-то, с одной стороны. И с другой стороны, можешь ли ты, знаешь ли ты уставы, то есть законы, правила, движений, влияний, а в чем же тогда природа исторического антагонизма классической христианской церкви? и астрология. Не в период, когда астрология была естественным предметом, который преподавали в высших школах. И мы с вами прекрасно знаем, что известнейшие с мировыми именами, скажем, математики, они были там... Астрологи, астрономы. Да, врачи, да врачи, потому что да. они, собственно, были нужны для этого, для этого предмета. Но это, скажем, такая историческая ретроспектива. Откуда, если все-таки священное писание ясно говорит, что светила созданы для знамений, для знамений, для свидетельств. Значит, это их миссия. Почему люди, которые имеют какой-то дар прочитывать эти знамения, церковью не принимаются, церковью отторгаются и даже, скажем, осуждаются? Конкурирующая фирма. Очень просто, потому что э, если человек будет много знать о себе, о движении судьбы, о том, что ему предназначено, предрасположено, он будет более спокоен, он будет менее слеп, правда? Он будет, наверное, с каким-то, э, может быть, с, с большей печалью, но в то же время с большей готовностью знать проблемы, которые придут в его жизни. Это болезни смерти близких, правда? Это потери, это провальные периоды судьбы. И в то же время, наоборот, это периоды, которые дадут вам успех, подъем, взлет, радость. Дадут рождение детей, большое счастье, процветание и благополучие. Период для стран и государств счастливый и, наоборот, время расцвета и упадка. Вот. Если человек не сведущ ни в чем, им легче управлять. Правда? Ну, это такая очевидная вещь. Тамара Михайловна, позвольте, я несколько вопросов задам вам, как Тамаре Михайловне Глоб, не как а астрологу. Хорошо. Можно? Спасибо. Тамара Михайловна, я знаю, что... А для меня это важно, потому что я живу в Германии, я гражданин Германии. Я очень люблю эту страну и этот народ я тоже люблю не <существует> меньше чем мой народ и мою страну россию но когда меня спрашивают где твой дом или где твоя страна я говорю у меня два дома это правда и я равно люблю меня может быть за это осудят вообще в россии так любят людей осуждать, осуждать любят но может быть осудят так вот я знаю о том если если эти сведения точны что ваша мама оказалась в Германии да, во время войны. Это правда. И эти обстоятельства не были туристической поездкой? Нет, это было... Вы могли бы немножко да. об этом рассказать? Я расскажу. Был период, когда была, соответственно, война. Они были еще совсем маленькие, молодые. И бабушка вместе со своими тремя дочерьми попала в плен. Вот. Они попали в трудовой лагерь. Uh -huh. вот. И в трудовом лагере они оказались. Должна сказать, что, конечно, об этом, может быть, говорить и не стоит, но тем не менее, я не слышала от них, наверное, ничего плохого об этом. Я слышала только, вот, так сказать, многие вещи в негативе такого плана, что, конечно, они хотели есть. Безусловно, да, они да. хотели есть, они, бабушка там бегала, воровала очистки, понимаете, чтобы картофельные, чтобы как-то дополнить свою еду. Вот. За это, конечно, ее били, потому что они, наверное, не хотели, чтобы люди заболели чем-то. Вот на помойках собирая вот такие вещи. Но э, дети, конечно, они были маленькие еще. Так же, как немцы использовали и своих детей, так же они использовали и чужих детей. Вот. Они были еще маленькие довольно. Тоня была совсем молодая, она работала на заводе. Вот. И это касалось сталелитейных каких-то вещей. Mm -hmm. Вот, э, как-то ее обожгла балка металлическая, упала. Это мама. Нет, это Тоня, это сестра мама. Это ваша тетя. Это тетя. Ее вылечили, а могли ведь и не лечить, если вот говорить о том, как относились, да -да. правда? Да -да -да. Ее вылечили, все с ней было нормально. А Анна, это вторая мамина сестра, она работала в полях. Вот. А мама, поскольку она была человеком таким и образованным, и э, нравилась очень людям, ее хозяйки брали в дом часто в помощь. Вот. И поэтому многому она научилась в этом хозяйстве. Вы знаете, мама у меня была не только красивая и умная, и с хорошей речью, но она и идеальная хозяйка была. Вот так. И, наверное, вот период, когда они уже уходили из этого лагеря, это был не концентрационный лагерь. Это Я был понимаю, трудовой. Да, что. Я Конечно, вот как раз да, об этом. Да. Когда пошел фронт, пришел карательный отряд и немцы раздали всем по буханки и сказали, что нам сказали вас уничтожить, но мы тоже люди, мы этого сделать не можем. Вот. Поэтому вот вам еда, скоро придут ваши, пробирайтесь, выживайте, идите кто куда хочет. Вот. Их распустили. Вот. Кто куда ушел, неизвестно, потому что какой-то период они были там, была возможность остаться и во Франции, и еще куда-то поехать. Да, да. Была возможность да, просто так. колоссально в разные места отправиться. Вот. Но мама встретила отца. А как проходил фронт? Вот как вот из их рассказов. Ведь очень сложно выжить, понимаете, когда идет фронт, потому что людям кажется, что отпустили и все, да? А на самом деле, когда идет фронт, идет артобстрел, предварительная подготовка. И бабушка для того, чтобы их спасти, она их записала, запихала в печку. Они все забрались в печку, и вот все вокруг разнесло, а печка это осталась, понимаете? Вот. И поэтому, когда вот эта артподготовка кончилась, они вылезли из нее и пошли дальше. Мария Михайловна, у меня в связи с этим есть мысль. Да. Были трудовые лагеря, но, к сожалению, были и концентрационные да. лагеря, их было много. И в этих концентрационных лагерях, ну, вопреки такому устойчивому представлению, в них попадали не только люди еврейской национальности. Так же, как у нас, людей, я думаю. Множество других yeah. людей. Но вот эти люди, которые приход... попадали в Басвенцем, в Дахау, в Заксенхаузен и так далее, они были разных годов рождения, разной географии, разной национальности. Вот совершенно разные люди. У них что, был одинаковый гороскоп у всех? Это все судьба времени, безусловно. Потому что люди часто рождаются в такие периоды, которые ставят печать времени на них. Кто-то ведь не попадет в плен, правильно, а кто-то из него уйдет. А кто-то останется жив и сделает вывод, кто-то вернется. Очень мало кто вернется, правда? Но как мало народу вернулось с войны? Это тоже, в общем-то, судьба. Иногда для того, чтобы мы поверили в вещи ну, сверхъестественные, нам нужно встретиться, почувствовать. Так устроен человек, такова его природа. Для разрешения, а может быть даже для утверждения в чем-то, нужно задать вопрос, на который получить нужный ответ. Скажем, вот Фома апостол, да? что ему было нужно? Ему нужно было вложить свои персты в раны Христа, чтобы поверить. Христос сказал, приди, Фома, и вложи свои руки, и будь не неверным, но верным. И в этом смысле мы все очень похожи на Фому. У меня был личный случай Самое встречи чудом. Самое поразительное, что даже да, когда мы чудеса встречаем, мы все равно потом задаемся вопросом. Да, но все же, если, скажем, Личный мой пример рассмотреть тоже очень коротко. Однажды я был в поездке в Иерусалиме и вообще в Израиле, такой туристической. И люди, которые меня пригласили, они сказали, знаешь что, давай-ка мы будем не в отеле жить, а есть, скажем, здесь так, так, такой, такая возможность. Есть русский монастырь, у них есть отель женский. И там есть номера, они там завтрак дают, какой-то транспорт, что-то. Да, конечно, пожалуйста. И вы знаете, в первую ночь я просыпаюсь под утро от такой боли, что это просто невозможно передать. Я, слава богу, ни до, ни после такой боли не испытывал. И я просыпаюсь, сначала не могу понять, но болит нога. И я вижу, что моя нога в три раза больше, чем здоровая, то есть она красно-синего цвета. Значит, я стучусь, там какая-то жизнь, есть ли жизнь на Марсе, есть ли жизнь по соседству, я стучусь. И э, там монахиня какая-то выходит, и она мне сразу объясняет, в чем дело. Меня укусил скорпион. И мы находим его где-то там. Находим. Мы едем в больницу. В больнице мне говорят, вам нужно госпитализироваться, мы сейчас вам делаем укол, и две недели вы не должны улетать, конечно, вы не умрете, но это будет такая долгая-долгая история. Но надо же знать, как бы русско-немецкого человека, если деньги уплачены. И ну как, может, как ну, деньги же уже заплачены, значит, знаете, как немцы отдыхают, да? Если заплачены деньги, значит, нужно лежать. Даже если да, землетрясение. Да, то да. все прекрасно, да? Это, это точно. Надо все совершенно, потому что уже все оплачено. Да. И я поехала. И поездка была в Яфу. И для меня это, так, скажем, была совершенная такая история. И эта монахиня, которая с нами была, она говорит, знаете, что сделайте? Вот здесь есть пещера, но это была не пещера, это была нора такая, какая-то для барсуков, я не знаю. И она говорит так: вы знаете, здесь когда-то совершено чудо, здесь апостол воскресил праведную Тавифу. Вы, пожалуйста, туда заберитесь, если сможете, и там, значит, подумайте о хорошем и вот этим песком там себе ногу потрите. Когда у человека болит нога, или зуб, или ухо, или что-то. Он потрет все, что хочешь, чем хочешь, ну вот, только да. бы это было, скажем, облегчением каким-то. Я в эту нору забрался. Не могу сказать, что я что-то там переживал, или о чем-то думал, или как-то я по -по -по потер этим песком. И значит, мы поехали. Мы поехали в одно место, в другое, в третье. И только вечером я понял, что что-то что происходит. И, вы знаете, я посмотрел на свою ногу. Не было ничего. То есть не было вообще никакого следа. Конечно, кто-то скажет, ну что, фантазер? Ты же был у врача, тебе сделали уколы, тебе сказали там что-то, что-то, что-то. Но это мой личный опыт встречи с тем, что я называю своим личным чудом. Поэтому, когда вы говорите о конкурирующих организациях, я, честно говоря, это очень понимаю. Потому что я думаю что люди, а мы их чувствуем, которые отмечены дыханием вот этой вечной жизни, мы их, этих людей мы чувствуем. И когда Священное Писание, скажем, Ветхозаветное, предостерегает нас от них, то предостерегает только в том смысле, в котором Священное Писание говорит о отношении к пророкам. Чем отличается пророк истинный от пророка? Только одним единственным. У настоящего пророка, все его пророчества должны сбыться. Это единственное отличие. Я знаю, что вам посчастливилось или так просто служилось, случилось встретиться с Вангой. Это правда? Да, это было. Когда Расскажите я, коротко, если я, можно. Меня пригласили в Болгарию. Вышла моя книга здесь Тамара. Это была первая книга в журнальном виде, которую издательство Правда сделала. И советская женщина. Был такой журнал, который выходил в 80 странах света. И Книга вышла огромным тиражом. Буквально 2,5 миллиона сразу. Они растворились, разошлись. Ну и первые 500 тысяч экземпляров, они вот просто остались в самой правде. Почему я предысторию долгую рассказываю? Потому что ä, приехали, ä, приезжали люди в журнал, пока я работала над этой книгой, приезжали люди в журнал ä, из разных стран, там, из ä, Болгарии, да, из Израиля, из Индии, из ä, Монголии, то есть откуда угодно. И ä, Попутно видя, что вот астрология появилась в России, они сразу предлагали издать у себя эту книгу. Им было интересно. Вот. И болгары были одни из, из первых, кто эту книгу издал. И я приехала к ним представлять эту книгу. В первый приезд я с ней не увиделась, а, но я увиделась с ней во второй приезд. Потому что, когда я сделала первые прогнозы, я сказала, что а, будет наводнение в Болгарии в период майский, вот, что э, будет поли, э, политический кризис, который касается парламентар... пар, парламентарии, парламентарный кризис, вот, хотя все было очень стабильно в этот период. Вот. Через полгода э, все эти события последовательно сбылись одно за другим, и э, Ванга э, позвала меня к себе. Человек, который с ней работал, ученый, он сказал ей тогда, вот когда я сделал эти предсказания там по телевидению, в прессе было очень много интервью, поездок, всяких выступлений, он ей сказал: русская Тамара говорит вот так. Как ты думаешь? Она говорит: ну я не знаю, может, она лучше знает. Вот. И э, после того, как это сбылось, она меня позвала к себе, и тогда мы с ней увиделись. А вот. Эта встреча, она была, была ли для вас опытом какого-то ощущения, ну вот, какой-то какой мистической природы этого человека? А было ли что-то, что, что вам, для вас стало свидетельством дара этого человека особенного? Да, безусловно. Потому... Но я очень волновалась. <с> я, конечно, очень волновалась, потому что я не слышала очень давно. Я прочитала о ней, о Владимире Ивановиче Сафонове. Он был вот наш такой русский, очень мощный сновидящий, целитель еще при этом. Им пользовалось четвертое управление. А потом я с ним познакомилась через год после того, как прочитала о нем. И, в общем, была тоже мощная история, как мы называли себя клуб анонимных шизофреников, люди, которые что-то могут, да. Вот. Так вот, Ванга в купе с ним, она была мне безумно интересна. И, конечно, я волновалась, когда я к ней шла, безусловно. Поэтому, когда мы встретились, то я посмотрела, как она это делает. Я подумала, я, пожалуй, не буду залезать в жизнь мертвых, но вот это я тоже могу, например. Вот я как бы не буду рассказывать там какой секрет, да, как я присмотрелась к тому, как она это делает. Но именно в Болгарии, благодаря вот этой встрече, этому опыту, я смогла заглядывать внутрь недугов человека. И в частности, очень у многих болгар я увидела такую вещь, как позвоночник. Вот. я поняла, что очень много проблем у человека идет от позвоночника, угу. что вот именно этот столб является основным носителем зародышей болезни, проблем психологических, физических, вот откуда они начинают часто браться. В одном из интервью недавно совсем, или может это было, скажем так, предсказанием, вы сказали, что видите то что путин скоро уйдет это э, было как сказано скажите точно не знаю вот я хочу э, неважно как по форме нет вы знаете по сути да. по сути вполне возможно это было э, это было сказано мной конкретно вот прямо из моих уст или это вы было... знаете вы, вы знаете или это я... поэтому было я вот, одно уточ... из тех предсказаний уточняю. которые напечатаны якобы от меня. может быть и так вот. если если это так я извиняюсь mm -hmm. но я сейчас говорю не о том что мне как бы это так очень важно для меня лично но скажем мне кажется что для для людей это важно Скажем, если это не так, это то он знаете... уйдет в свое время. О, прекрасно! Вот он уйдет в свое время, и он, соответственно, как бы подготовит себе что-то. Потому что сейчас, конечно, такой период, что канины переправе не меняют. Как вы сами понимаете, мир очень сильно меняется. Он меняется до такой степени, что вот как раз мы будем говорить об этом, да что э, ведь мы вступили в, в другую эпоху. Вот то, что мы говорили о трех минутах по сути говоря, минуты это годы для человека, да? а для Вселенной это, в общем-то, ерунда какая-то. Да? И поэтому мы часто не проживаем даже одного космического дня, который составляет 72 года, вот. вернее, часа, одного космического да, часа, да, даже да, не да. проживаем. Понимаете? И э, период вот, вот этот, который сейчас идет, он и приносит колоссальные перемены. Они связаны и с финансами, и вообще со средствами передвижения. И сознание другое становится. Это очень важный момент. Тамара Михайловна, мы начали свою беседу... Важный момент именно да. потому, что может быть сейчас это покажется бредом, как это бывает периодически, когда я говорю какие-то такие вещи. Но границы... Начиная с середины 20-х годов постепенно будут разрушаться. Вот. И мир перестанет жить в пограничном состоянии. А в каком будет? Это будет, в общем, довольно общий мир. И во многом это связано, знаете, с такими вещами, как экология, природа, да, необходимость взаимодействия, также это энергоносители и дама другого типа, и это экономическая система, общемировая, новая. Как человеку услышать? Вот это призвание, о котором мы говорили в самом начале. Как сделать так, чтобы максимально целостно самоотдаче этому призванию следовать? К чему нужно быть внимательным? Что нужно слышать и слушать? Ну, слушать, конечно, себе обязательно стоит, потому что если ты задаешься важными вопросами своей судьбы, то ты ведь часто получаешь ответы на них, правда? Только поскольку, например, мужчина, он связан с солнечным принципом, да, и его жизнь во внешнем мире гораздо важнее для него, чем внутренний мир, то он часто отбрасывает от себя то, что дает ему, ну, скажем так, небо или его сознание, или его внутреннее «я». Он просто отказывается от этого, чтобы услышать себя, свое призвание и свой путь. Или он торопится, или он хочет быстрее заработать. Правильно. Правильно? Вот. А женщина, почему она часто бывает хранителем очага? Да? Потому что она обладает той внутренней силой, которая способна любовью сохранить вот эту интуицию, да? которая бережет все вокруг. Если вы видите, по прямым или косвенным признакам, что в гороскопе этого человека тяжелая болезнь. Да. Или даже смерть. Вы говорите людям, например. Я об предупреждаю. Этом? Вот, бывает, эти предупреждения помогают, и человек перехватывает эту болезнь. на корню. Возможность такая да. есть. Такие возможности есть. Но есть вещи фатальные, когда человек сгорает и ничего с этим сделать и вы это нельзя. Видите? Бывают такие моменты, когда а, вот тебя прямо тянет человеку сказать, что он попадет в массовую катастрофу, и ты думаешь, а зачем это говорить? Чтобы он приготовился? Нет, а, в том-то и дело, что это уже неизбежность, судьба его уже зацепила. Например, вот такая ситуация. Понимаете, если он попадет, но можно предупредить, да, об этом нужно сказать. Но если ты видишь, что ситуация все равно неизбежна, что судьба его уже зацепила, это неизбежность, зачем об этом говорить? Дорогая моя, есть ли что-то, что вы людям никогда, ни при каких обстоятельствах не простите? Думаю. Наверное, в первую очередь, это из-за детей, что может быть связано, скажем так, с какими-то катастрофическими ситуациями, в которых намеренно могут быть повинны люди, да. Вот. Вы, вы лжете? В данном случае? Вообще, в принципе, вы лжете? Бывает, конечно, и как все люди, я могу соврать. Если бы? Нет людей, которые не способны к этому. Вы знаете, был период в моей жизни, когда я углубилась в христианство, и я искореняла полностью. В моей семье в принципе не принято врать. Отец говорил: лучше самая горькая правда, чем самая сладкая ложь. И потом, когда вот был такой очень христианский период, я ездила по монастырям, изучала, понимаете, христианство, общалась со многими людьми. И вот как раз потом, как бы мне один из высших отцов церкви сказал, когда я спросила, говорю, почему вы преследуете нас. Он говорит, потому что вы можете сказать, почему, а мы не можем. Это была правда, это был честный ответ. Но э, бывают моменты, когда я понимаю, что человеку, например, правду сказать нельзя. Потому что за годы работы с людьми раньше я всегда говорила все на прополую. Вот, но за годы работы с людьми я поняла, что есть моменты, когда человеку нельзя сказать я просто не говорю. Потому что это усугубит его проблему, и он сделает себе хуже чем есть на самом деле и другим людям тоже. Вот. Если бы это фантазийная вещь, ну, скажем, вы могли бы выбрать только одного человека, когда-либо жившего раньше, с кем вы могли бы встретиться. Кто этот человек? Mm -hmm. Я даже не знаю, как выбрать одного. Это трудно. Да. Это очень трудно, дорогая Тамара Михайловна. Я э, хочу сказать вам огромное спасибо. Для меня наше общение сейчас было бездной откровений. Вы ответили на важные мои вопросы. Это не значит, что я с этим соглашусь или приму в полной мере. Но для меня это было замечательным искренним опытом, и я вас за это благодарю. Спасибо, Спасибо вам большое. И ваше здоровье. Спасибо, Спасибо. И ваше. Ваше здоровье. Спасибо большое. Хвала Дионису, как говорили древние. Однажды у одного мудреца спросили, какое время в жизни человека самое главное, какое дело в жизни человека самое главное и какой человек в жизни человека самый главный. И мудрец ответил, самое важное время – это то мгновение, которое мы переживаем сейчас. Ретроспективно мы не можем ни на что повлиять. Что случится с нами завтра или послезавтра, мы не знаем. Мы вольны распоряжаться только этим мгновением. Самый важный человек в жизни каждого человека – это человек, который в самое важное время нашей жизни стоит перед нами. И самое важное дело в жизни человека, в самое важное время, самому важному человеку сделать все лучшее, что мы можем сделать. В этом заложен глубочайший смысл. Я не знаю, ведут ли нас звезды. Я не знаю, определяют ли они нашу судьбу. Но я точно знаю, что мир вокруг нас зависит от нашей воли, от того, что для нас свет и что для нас тьма. И поэтому, мне кажется, независимо от того, есть ли горный смысл в нашем личном существовании или его нет, мы должны жить по совести в самое важное время нашей жизни, делать самое важное дело нашей жизни для того человека, который сейчас находится перед нами. Если вам интересна моя программа, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, друзья!